Первый день недели, культурный понедельник и выставочный проект. Первое – в художественной галерее Михаила Савицкого. Экспозиция выставки – это фотографии и личные вещи Юрия Гагарина, произведения космического скульптора Ивана Миско, творчество Язе Подроздовича и фантастические миры юных художников. Не так давно мы были на выставке «Стулуба Гагарина» и посещали художественную мастерскую скульптора. Возможно, здесь мы уже увидим что-нибудь новое, другое. Держу Минск на ладошке. Внимание, знатоки! Вопрос. Что означает эта скульптура? Свои ответы пишите в комментарии. Не стесняйтесь, пишите. Космическое творчество Язе Подроздовича нередко причисляют к научному искусству. Он перечитал множество книг по астрономии, и ему даже снились сны про иные миры. Вопрос. Он видел их вот так? Встреча весны на Сатурне. А где женщины? Космос – это то, что есть и будет. Так же, как и культурный понедельник с Валентиной Трубач. К сожалению, наше время подошло к концу. И я пойду искать новую интересную выставку.